поближе сюда, смотрите, это ваша эшелопетная. Болеет. Так, плюс ставим. Долгова Ольга. Долгов Олег. А, Долгова Ольга написано. Долгов Олег. Хорошо, молодец. Так, Абрамов Михаил. Я. Молодец. Яруков Владимир. Я. Хорошо. Так, Петров Кирилл. Семенов Алексей. Нету? Алёша, он 6 лет. 6 лет. Так, Филиппов Александр? Отсутствует. Ну, их потом туда-сюда передвинут. 6 лет. Кто ушли нечаянно, может быть, кто не знал. Галина Николаевна, а мы помешаем вам? Давайте. Как родители вашего бывшего уже 5-го класса, вам тоже спасибо, Галина Николаевна. Спасибо огромное. Спасибо вам огромное. Пусть ваши дети в дальнейшем хорошо учатся. Ваши тоже. Так, ребята, сегодня у нас такой распорядок дня. В 10:30 мы все в РДК, в городской дом культуры. В первый раз мы пойдем вместе с вами, потому что там для вас приготовили концерт. Выступление. Там ненадолго, на полчасика только. А потом вы все вместе пойдете с мамами домой. Книжки я вам сегодня не дам, ребятки, потому что таскаться. В школу мы второй раз не придем уже, а там в понедельник сразу. Что я хочу сейчас сказать родителям? Мне бы очень хотелось, уважаемые родители, чтобы, как бы трудно ни было в наше время, чтобы все принадлежности для школы вы постарались как-нибудь достать. Потому что особенно на уроках труда некоторые дети бывают бездельничают. Мы же должны им отметки ставить, чему-то научить, а другой раз у нас нету, мама сказала, денег нету. Я поэтому говорю, чтобы вы как-нибудь смогли достать цветную бумагу, и еще и не один комплект, чтобы они пока дешевые в запас берите, потому что с каждым днем все дорожает. Какая возможность будет, при первой возможности постарайтесь обеспечить школьника тем, что нужно. Ножницы. Ножницы не очень длинные и не очень короткие. Но желательно, конечно, в первое время с тупыми концами в первом классе. Потому что если очень длинные, всякие круглые квадраты вырезать, нам тяжело. Проходите, проходите. Это когда затребуем иголки новые. А то бывает дает заржавели иголки, уже прям и не просунешь. Двумя руками толкаешь, и они никак не проходят. Оформи журнал. Я сейчас, у меня две ручки, я передам эти ручки. Вот на каждого ученика я положу на этот ряд и на этот ряд ручку. Сейчас объясню, что там писать.
Ребята, кто пришел с сумочкой, может быть, оставите, если... чтобы не достать, если родители разрешат. Море цветов, миллион алых роз, да? Спасибо, спасибо. Не идет, да? Так, спасибо. Так, вот здесь. Учебный день начинается в 8:30, я уже сказала, тетради в клеточку. У него учиться, пусть не получается, получится когда-нибудь, да получится, пусть делает так, как у него получается. Лишь бы он сидел и работал, лишь бы он только делал то, что велел учитель. Если вы это будете контролировать, вырабатывать будем вместе мы с вами усидчивость и желание трудиться, ваши дети пойдут. Вы так что сразу не переживайте, что у него не все получилось, не так получилось. В первом классе мы не... Вот, видите, мамочки, так что мамы и папы, пожалуйста, нам не мешайте. Так, ну, наверное, мы устали на сегодня. Хватит, да? Вы теперь запомнили, где наш класс? Русский 5, чтение 5. Так, чувашский 2, физкультура 2, английский 2. Так, еще рисование, труд 2 труда, рисование, музыка по одному уроку. Еще одно хочу замечание делать. Некоторые родители, вот мы не знаем чувашский язык, нам бы не хотелось, чтобы он не учился. Ни в коем случае такие вещи при детях не говорите. Видите, некоторые, мы многие уже взрослые люди, тоже школу кончали, никто ведь не знал ни немецкий, ни они вообще ни мать, ни отец не знают, а дети успевают на 5. Это не страшно, в первое время можно... Конечно, трудностей будут много. И я хочу, знаете, еще что сказать. Вот в городских школах, на ремонт, на все собирают деньги с родителей. Мы, конечно, этого не делаем, но если мы обратимся к вам что-нибудь подремонтировать или где-то что-то сделать, попросить, ради Бога, не отказывайтесь. Не говорите, что у нас нету. Для себя, если для собственных целей, мы всегда что-то найдем. Если да, и учитель попросит, если в школе что-то нужно, постарайтесь ради Бога где-то что-то найти. Доску где-то вы все равно найдете, гвозди где-нибудь что-то найдете. И никогда не передавайте такие вещи через детей, мол, у нас нет. Дети к этому приучаются, как мы говорим русским языком, не литературным языком. Какими-то куркулями становятся наши дети, правильно? А... куда продвигающая языка? А нас нет, нас сейчас будет... Танюша, смотри. Скажи, какие стихи. Thank you.
Пойдите. Вова. Леш, не жмурься. Смотри, вот так вот. Иди сюда. Пойдите на лавочку меня встать. На лавочку. Не на лавочку. На лавочку. Да. Еще лучше. Пойдем, Володя. Кто фотографирует на того? Ну что ты весь день? Настя, куда смотришь? Куда смотришь? Слышишь или нет? Люба, отойдет тут. Люба. Сережки, скажи, как ты. Так, возьмите за руки, пошли в РДК. О, вот кино целое.